И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вий, и мы продолжаем играть в Skyrim. Итак, к моему глубочайшему сожалению, предыдущая серия опять, мать его, куда-то запропастилась. В общем, одну секунду. Так, в общем, на чем я снился? А, в предыдущей серии мы поймали, точнее, нашли Гулумая, достали для него огненное вино. Да ладно, вот, в общем, вот оно все это дело. Разбираемся с Гулумаем, оставили его в живых, узнали про Карлию, и вот вернулись к Мерсеру. Не может быть. Я этого имени не слышал много лет. Это и правда дурные вести. Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Карлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить. Но она как сквозь землю провалилась. Мы с Карлией были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спину. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Подходит только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища Снежной завесы. Мы должны пойти туда, пока она снова не исчезла. Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Вот твоя награда за солитюд. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Нельзя дать ей снова от нас. Ладно. Это мы сделаем, но для начала... Что? Станила об обмене доспехов? Чё-то мне это не нравится. Какой нахрен Танилой? По поводу каких нахрен доспехов? Скажите мне на милость, дорогие мои друзья. Какой обмен доспехов? Финиковым броню. Когда я ее до тебя отменяю, обратно уже не возьму. Если только ты не захочешь ее продать. Ладно, вот, пожалуйста. Да, папа. А теперь для дебила. А, она улучшила мне ее. Теперь плюс 35 единиц, а не плюс 20. Спасибо, девочка моя. Так, а теперь мне надо... А теперь, дорогие друзья, так как в прошлой серии... В прошлой утраченной, ладно, серии... Мы взяли с вами 20 уровень. Мы пойдем за... самым, мать его, мощнейшим оружием в этой игре. Ну, по моему мнению. За эбонитовым клинком. Так, надо сначала в Вайтран, там надо поболтать. Сначала с одной бабенцей. Местным повесу. 199. Ладно, погодите секундочку. Встретимся с вами в корсующей кобыле. Собственно, зачем я тут сюда пришел? Так, соратники в Юрваскре. Магия. Есть, конечно, Фаренга. Он бы хотел
стала вчера день, но все-таки ночь. Если работа мне не так. Нравится, но я уже подумываю, нет, а можно ли случиться и у нас, например... Я что-то не понял. Но вдруг на крыше, как лютик, погиб, он услышал мотивы. Хочешь поесть, отдохнуть или просто помочить глаз? Да вложишь ты, что врешь, что ты мертвый. Готовься, сейчас ты умрёшь. А, бляха. До встречи. Ай, дебил, блядь. Дебил, ёбаный в рот. Так, где эта херотень? Ебать, лох. Сначала надо с Ярлом попиздить. Так. Да, с младшим сыном. Он трудный был. Я даже не знал, что с ним делать. Всегда был тихоней. В последнее время, как подумал, стал мрачным, жестоким. Со мной и словом не обмолвился. А я не знаю даже, чем его обидел. Может, хоть ты поговоришь с ним? Выведи правду. Буду безмерно благодарен. Вот он мой любимый квест. Точнее, он стал моим любимым только после того, как я про него прочитал. Только так. Чувак. Ты тоже здесь, чтобы моему отцу, значит, этот вонючий ворох прислал тебя ко мне. Когда-нибудь я ему рожу раскрою, чтоб отстал. Эх ты ж пидрила. Отец ничего обо мне не знает. Зато я знаю о нем. Я в войне. Больше, чем он может представить. Я знаю, что он все еще молится Талосом, что он ненавидит Талмар похлеще, чем братья Буди. Что он трясется, что его прогонят из Вайтрана. Что он... что я... что у меня с братом и сестрой разные матери. Это старый замок, много уголков, где никто давно не бывал. Уголков, откуда многое слышно, многое видно. И шептунья. Что? Ну, она не говорит свое имя. Я неплохо наловчился подслушивать. Как-то раз, когда я был у двери в подвале, она заговорила со мной. Я уж подумал, будто попался, но она рассказала мне еще больше секретов. Но я не могу открыть дверь. В подвале. Не бойся, не пропустишь. Наверняка она с тобой тоже поговорит. Ладно. Шепчущая херня. Сюда иди. Вот она. Я ждала кого-то дяди, мальчик силен духом, но ему не хватает умения. К несчастью, я не могу проникнуть в ваш план. Но я прощаю тебя за неведение. Многие тебе способны слышать мой шум. Я перепала, шептунья. Я тяну за нити паутины связи между смертными. Любовь, ненависть, верность, предательство. Мальчик неплохо молочится у верных данных. Пусть даже будет помнить. И даже мои глаза не могут прозреть темные звучания.
Ясно, понятно, побежали. Благословят тебя, Бог. Ты пусть земля содрогается под твоими шагами. Угу. Надеюсь, так, стоп, ты мне что-то дашь? Нет, нет. А, чувак, я к тебе. Ты, я же говорю, я все знаю об этом замке. В общем, почему-то эта дверь особая. Ее могут открывать только двое. Фалгруф и Фарингар, придворный маг. Кого ты выберешь, дело твое. Если исчезнет Фарингар, никто не заметит, можешь поверить. Я замечу. Потому что у него можно купить, камни душ. Да сосни тут ничего. Что тебе нужно? Да стоять. Охеренно. Привет, баба. Вот оно, мое любимое оружие. Бойтесь до клинка. Да, урон 13, вес 10. Легко. Вот оно, мое любимое оружие. Поглощайте эссенцию жизни ваших врагов. А, красота. Теперь осталось стально-пластинчатый сет найти. Кстати, может тут попиздить все. Мне ничего не скажут. Тарелки там есть.
Вот теперь можно хоть куда. Да. А теперь нужно найти педрил, которые со мной пойдут. Так. Значит, кто? Я тебя повсюду ищу, но могу тебе просить кое-что передать лично в руки. Там старый открывается новый музей. Владелец просил меня раздавать приглашение всем путешествующим. Вроде все. Ладно. Музей в Донстаре. Ладно. Посетим. Так, значит, компаньоны. Фендл. А вот тут пизадно сидит где-то в пьяном охотнике. Еще одна тварь в горцующей кобыле есть. Так, один еще лежит, точнее сидит у нас в Рифтоне. Даже двое, но одна заскриптована. Так. Так. Что у нас там еще есть-то? Сколько мне дней-то? 1300 хватит. Так. Погодьте. Сначала... Не можешь быть легендарным. Значит, сначала разберемся с ребятами в Рифтоне. Так. Значит, у нас там Мьёл Львица. Так, Мьёл Львица, она у нас заскриптована, так что ее убить нельзя. И пока не найду ее хладный, или как леденящий, херово помню, как правильно. В общем, пока не найду этот клинок, мне ничего не удастся сделать. Так, сапфир не нужен. Вот он, педрила. Чувак, я тебя найму. Да шо бы ты от меня. Так, и теперь место расправы. Пойдем, как всегда, в рощу ведьмин тумана. Я там приносил все свои жертвы. Так, значит, у нас как минимум 3 жертвы. Нет, 4 жертвы. 4, да. 4 жертвы у нас есть. Блин, ты какая хрень. Так, бонит куклинок, хуйничевок. Так. Ну шо, чувак? Прощай! Нихуя себе. Не успел. Так, ясно. Так, теперь дальше идем. Компаньон у нас есть в Вайтране. Так, два компаньона в Вайтране и Фендел у нас в Ривервуде. Ничего, сейчас расправимся с ними. После где-то третьего убийства с нами должна Шептуния еще раз заговорить. Слышь, Бабенция, дело есть. Дело на 500 голдой. Да. Поебашили. В ту же долину. Боги улыбаются тебе, друг. А мне насрать. Ты ж уйди нахер от меня. Так, роща ведьмин туман.
тобой чем-то похож, если ты так хочешь. Пока. А, вторая. Молодец, дитя мое. Да, спасибо, девочка моя. Да, самое обидное, что я не могу голду вернуть. Это самое обидное. Так, вторая жертва. Третья жертва. Утгерт несломленная. В горцующей кобыле. Так, пятый у нас, четвертый будет Фендал. А вот Мьёл-львицу убить нельзя. Она заскриптованная. Так, где это? Вот она. Следуй за мной. Так, это просто дверца. Не начинай петь, пока я не ушел. Молодец. Теперь пой, скотина. Так. Так, Фендал. Фендал у нас дом Фендала. В Ривервуде. Вот, кажется, будто на ней надет пластинчатый сет. Ну как сет, без шлема. Да? Ок. Но на самом деле... Что? С какого хера на ней стальной пластинчатый сет? Я что-то не знаю. Весело. Может, когда я ее убивал последний раз, вот, при моей последней сессии игры, когда я ее убивал, у нее была только одежда с поясом и стальной двуручный. Откуда у нее стальной пластинчатый сет? Блин. Фендал, где ты? Ебистый. Свен, так. Фендал, вот ты где. Чувак, следуй за мной. Идем. Я все еще здесь. Ладно, что мне принести? Да. Нести тебе ничего не надо. Какие на... Хуй враги. Сюда иди. Слышь, ты чучело. Сюда иди, сказал. Сюда иди. Спустись и дерись, как мужик. Но не хочет, скотина. Ну иди сюда уже, ёманы. Сюда иди. Да ёбушки ты воробушки.
Да иди ты сюда уже, дерись со мной. Опять. Да ты затрахал. Сюда иди. О, блядь! Наконец-то! Он опустился! Чувак, я тут! Интересно. Собираем душинку. А где наш Фандал? Он жив? Жив. Молодец. Пошли, я тебе в жертву принесу, пока ты не до конца восстановился еще. Ёбушки-воробушки. Ну, я уже взял сет. Прощай, чувак. Тебя его не видно. Четверых гокнули. Так, вроде бы. Так, ладно, проехали. Потом найдем еще этих компаньонов. Ладно, ребята. Спасибо за просмотр этой серии. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто хочет. Ну и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.